В Санкт-Петербурге состоялся третий международный форум пространственного развития. В мраморном дворце участники обсудили мировой и российский опыт планирования устойчивого развития, а также перспективы пространственного развития так называемых умных городов. Напомним, что с 2017 года Якутия участвует в приоритетной программе формирования комфортной современной городской среды. По представлениям организаторов и участников, умные города – это прежде всего умное правление, умные люди и счастливая жизнь. К статусу умного города населенные пункты Якутии еще стремятся. Работы много, но уже сейчас с правительством республики проводятся определенные мероприятия, такие как создание и запуск МФЦ, госуслуги, ван-клик. Мы сегодня в городе Якутске, в частности, почти благоустраиваем 57 дворовых территорий, которые у нас приводятся в нормативное состояние. Эта программа коснется прежде всего столицу республики, город Якутск. Это наши 7 моногородов, это все населенные пункты, их порядка 111, в чьих селах и населенных пунктах живут свыше 1000 человек.